Ну, это хорошо, что вы делаете фильм. Копелев был вторым человеком, как мне говорили. После Гельмута Коля это второе лицо. Каждую неделю выступал по телевидению, его узнавали все на свете. Мы выходили из его дома, и Лёва говорил: «Тебе, наверное, скучно здесь, тебя как Атоса не узнают». Я говорю: «Ну, зато тебя узнают как Деда Мороза». И вот Атос, Дед Мороз у нас фигурировало до тех пор в разговоре, полушутя, полуиграючи, пока не подъехало такси. «Герр Копелев, волен зи, хотите ли вы проехаться?» Его узнал обыкновенный таксист в городе Кёльне. Его узнавали, конечно, все и очень любили. Мы все, конечно, его очень любили. Как патриарх, конечно. Огромная борода. Очень респектабельный. А с другой стороны, человек очень теплый и свой. Я себя считаю счастливым человеком, что я дожил до того времени, когда я приблизился к какой-то истине, когда я понял, когда я уразумел всю глубину заблуждений, которыми жил раньше. Слава Богу, мне не пришлось совершать особенно тяжелых преступлений. На моих руках нет крови, на моей совести нет пятна, нет вины доносчика. Но все могло бы быть. Родился Копелев 19 апреля 12 года в Киеве в семье агронома-еврея. Благодаря знакомству с семьей немецких колонистов, он уже с юных лет начал говорить по-немецки. Он вырос в мультиязычной среде. В Киеве это дело было, значит, говорили на украинском вокруг, в семье на русском. И во дворе жили немцы, которые говорили по-немецки. У него сразу вот эти друзья, он с ними вырос, немцы. Поэтому вот эта вся военная история, ну, понимаете, они не могли ему стать врагами, немцы, в принципе, все. И он там часто еще говорил, когда его спрашивали, почему вы так вели себя во время войны, что вы немцев не считали врагами, он говорил: меня так учили в комсомоле еще, потому что все люди равны, и, так сказать, весь народ не может быть, ну, состоять из одних, так сказать, подлецов. Я думаю, то, что вот именно так восхищает немцев к нему, что вот человек все... Все осознал, все заблуждение человеческой судьбы, поэтому может много понять и поэтому не осуждает. Что, например, защищал докторскую в России на тему драм Шиллера, а в это же время его дед и бабушка погибали в Бабьем Яре. Я и мой брат, мы говорили по-немецки, потому что это был язык нашей детской. 8 лет я научился писать одновременно по-немецки и по-русски. В детстве, помню, мне больше всего нравились книги, в которых русские и немцы выступали сообща, как друзья и братья по оружию. Это были различные истории освободительных войн. Und da lernte ich Lev kennen.
Когда я впервые познакомилась со Львом, я должна сказать, он произвел на меня неизгладимое впечатление. В первый раз мы встречали его на вокзале, и эта невероятная фигура, Толстой и Достоевский вместе, все, что вообще можно вообразить себе в качестве русского имиджа. Для немцев это был Лев Толстой, живой, ходячий, с бородой, такой же, и такой же большой, и такой же мудрый, и такой же умный, и такой же талантливый. Так что они мерка таксисты все знали. Вот я Льва Толстого вез. Замечательно было то, что он был, вот это было для меня самое главное, что он был, я даже не знаю, как это выразить, потому что это очень непопулярное слово, он был удивительно хороший и добрый человек. Вот это было его основное, главное и нерушимое качество. Таких людей меньше всего на свете. Понимаете, ученых много, умных мало, а вот хороших почти что нету. Я был убежденным комсомольцем. Но в 30-м году я был в этих пропагандистских группах во время коллективизации уже в позднюю пору. И в 33-м году, когда хлеб отбирали у крестьян, был в деревне в выездной редакции. Ходил с теми, кто ямы разыскивал, раскапывал. Это преступление было. Признал и написал. Это же надо такое мужество иметь, чтобы написать. Да, я просидел за дело, но не за то, за которое посадили. Но я был виноват. Потому что вот он вспомнил эти хлебозаготовки, когда он грабил крестьян, когда он участвовал, вот отнимал последний хлеб у людей, которые умирали. Он же в этом во всем участвовал. Участвовал как заводской журналист. Вот тебе приехали с подшефного завода шефа, выпускали листовки. Не душил никого, не сажал никого. Но ходил с теми, которые отнимали у крестьян хлеб. И писал листовки о том, как прекрасны те, кто сдают хлеб. Или те, кто добровольно открывают ямы закопанные. Вот это так было декабрь, январь 33-го года. А в феврале начался голод. Своим героическим поступком Ефим Коваль еще раз доказал, что никакими методами враги не подорвут сил колхоза, не поколеблят сознательности и преданности колхозников делу социализма. Да, я тогда верил в Россию и в коммунизм. Вот чувство вины, во-первых, за это, во-вторых, за то, что он славил Сталина, хотя знал, что Сталин там не герой, не продолжатель Ленина, не... он это все знал, он уже был взрослым человеком, но считал, что это полезно для дел социализма. Непобедимая! Коммунистическая партия! Да здравствует наш большевик! Большевиков стальной стали! Он быстрее меня шел от коммунизма к более трезвому и разумному пониманию. Он был будетлянин, я написал об этом так. Вообще, он был человеком, который забегал вперед. Ну и как Ежелец, я тоже приводил эти слова знаменитые афоризма Ежелеца, который говорит, что человек, который обгоняет свое окружающее, рискует оказаться в местах для этого не слишком приспособленных. Это буквально предвидение судьбы Копелева. Конечно, Лёва блестяще знал язык, что потом отразилось на всей его судьбе. Потом началась война, нас раскидала в разные стороны. Лёва работал, как тогда шутили, как разлагатель. То есть седьмое отделение штаба – это работа с войсками, населением противника. Они писали листовки, они ездили вдоль линии фронта с этими звуковыми, этими самыми, там, немецкие солдаты, сдавайтесь. Он писал вот эти тексты, они сбрасывали с самолетов листовки.
И, конечно, обработка военнопленных и перебежчиков. Я тем же занимался, что и Лев. Даже был его начальником. Несмотря на мой младший возраст и младшее звание даже, он стал интендантом второго ранга. Он же был беспартийный, когда он пришел на фронт. А я был партийный. После того, как я побывал добровольцем на финском фронте. Он там был любимый преподаватель. Они его звали Шварцмайор, черный майор они его называли. Он им читал курс немецкой культуры, немецкой, потому что эти немцы, которые со школьной скамьи попали на фронт, у них была жуткая депрессия. Они все, попадая в плен, считали, что все, Гитлеру и Германия погибла. То есть, ну, вообще они не видели жизни себе дальше. Он им рассказывал, что у Германии же Гитлер приходит и уходит, а немецкий народ остается. Он фактически предварил товарища Сталина, который это сказал позже. Он им рассказывал о великой немецкой культуре, которая была до Гитлера и будет после него, что это эпизод в истории, а у них великая культура. Вот, конкретно он им читал наизусть там Гейна, Гёте, ну, цитировал, то есть он доказательный. Он хорошо относился к немцам. Что правда, он был германист. Он очень любил немецкий язык. Как, надо сказать, все германисты, которые вошли в Германию, были культур-офицерами. Ясно, что он делал свою работу, но у него не было вот этой вечной подоплеки ненависти, которая сейчас меня, например, в русской жизни очень травмирует всегда, когда я приезжаю. Лев Копелев был моим другом и часто приезжал в наш город. Я думаю, что Копелеву оказали здесь, у нас в Германии, такой прием не только потому, что он был большим мастером слова или знаменитым германистом, но прежде всего потому, что во время военной оккупации в 1945-м он проявил человечность и сочувствие гражданскому населению. Вся задача вот Копелева во время последней экспедиции заключалась в том, чтобы попытаться Грауденс, серьезная крепость немецкая на подходе к Восточной Пруссии, он эвакуировал их и действительно добился успеха. Были пленные, были частичные капитуляции, были спасены жизни не только наших, но и немцев. Надо было брать эту крепость. Мы клали солдат, не считая, не мы, конечно, наши генералы. Действительно, в конце войны он отличился и убедил капитулировать окруженную группировку немцев, пробираясь с ним, был контужен. В общем, так сказать, был такой гуманный герой, который никого не убил, а уговорил немцев уже в самом конце войны сдаться без боя. Формулировка была за гуманизм и жалость к противнику, за клевету на командование Красной Армии и клевету на товарища Эренбурга еще. Но это потом сняли, потому что уже тогда Эренбург впал в немилости. И вот когда уже его окончательный был суд, на предварительном суде еще был Эренбург. Потом сняли, и он понял, что, значит, там тоже как-то повернулось вот так во время суда. Но клевету на командование Красной Армии оставили. Он написал о том, что вот это явление, которое здесь сейчас привлекает большое внимание, ну, он первый об этом написал, что насиловали немецких женщин. Это были драматические события для немцев. Господин Копелев, вы были там, вы были свидетелем. У вас есть какое-нибудь объяснение, какое-нибудь оправдание тому, что там происходило? Объяснение – да, оправдание – нет. Я хотел бы отделить это друг от друга. Все то, о чем только что рассказывал господин Бёль, справедливо. Я тоже понимал состояние советских солдат, чьи семьи погибли или были убиты. Солдат, видевших разрушенные и сожженные деревни, чудовищные злодеяния. И хмель победный, и дозволенность какая-то. Но недозволенность убивать и насиловать, этого не было. И приказы были соответствующие, у Рокоссовского в частности. Видите ли, то, что там происходило, было для меня тоже абсолютно неожиданно. И тем не менее, это была социалистическая,
интернационалистическая армия. Я должен сказать, что не знаком со статистикой. Не знаю, сколько было мерзавцев, мародеров, насильников. Но думаю, что они составляли ничтожное меньшинство. Они просто более заметны. Я знал много людей среди солдат и офицеров высшего состава, которые категорически осуждали это. Я припоминаю даже некоторые имена. Например, Смирнова, тогда полковника или генерал-майора, командира кавалерийского дивизиона, который велел без суда и следствия расстрелять на месте лейтенанта, участвовавшего в изнасиловании. Это было в Восточной Пруссии. Он же еще был идеалист жуткий, Лев. Он же как бы считал, что советская армия несет освобождение, там, ну, что вот мы такие прогрессивные, вот немцы такие гады, вот фашисты, да, а мы такие вот прогрессивные, мы сейчас всех освободим, и все будут ликовать, вот, встречая нас. Ну, люди действительно ликовали первый день. Ну, что потом начиналось? Такие настроения были распространены скорее среди тыловиков, чем среди воюющих солдат. Я должен сказать, что в передовых частях злостных мародеров и насильников было меньше всего. Это были тыловики. Когда он увидел, что там солдаты насилуют и грабят наши, он протестовал. Протестовал. Каким образом? Не выступал публично по радио или что-то такое. Написал докладную записку по линии в партийную организацию, нашу советскую, российскую, коммунистическую и все прочее. Тем все это изложилось и говорил, что недостойно это советской армии и нельзя этого допускать. Я была ребенком во время войны и знала русских только в качестве солдат. И как солдаты, они были мне часто не очень симпатичны, скорее антипатичны. И вот Лев в своей книге «Хранить вечно» дал нам, немцам, представление о русской армии с другой стороны. Я узнала, как русским солдатам виделись немцы и немецкие солдаты. И, в общем-то, на него написали телегу, как говорили в то время, кляузу. Большую, ну тут были и женские дела, и всякие прочие, были предшествующие дела, которых мы с ним тоже вместе попали. И кроме того, что немцев жалко, но еще и они искажают, они как бы престиж государства роняют. Он же вот еще за что пекся-то больше всего. И что его в полное недоумение этот суд вел, что он как бы святей Папы Римского, что он-то за советскую власть выступает, а эти гады не могут понять. Удалось этот приговор кассировать. И неслыханное дело по политическому, так сказать, обвинению он получил 3 года, его дело пересмотрели, его выпустили, дали обратно ордена и так далее. Это поэтому просто об этом гремела вся Москва. Но очень скоро КГБ взял реванш. Там у них папочки лежат, хранить вечно, где записано все наши шалости с 3-летнего возраста. И они нашли там, что в юности Копелев немножко якшался с троцкистами. Это уже было достаточным основанием, чтобы дать настоящий срок побольше. Дали ему за 10 лет. И вот после этого он попал в шарашку, где он встретился с Александром Александровичем Солженицыным, с Паниным, который выведен как Савагдин, и с дворником Спиридоном и так далее. Да, об этих как-то, может, дико звучит, наверное, да? Воспоминания об этих годах. Что прошло, то будет мило. Они, да, почти ностальгические, потому что вот часы, которые мы проводили, первый год, когда Солженицын был библиотекарем, а мы с Паниным в этой комнате работали в библиотеке, и когда начальство уходило, и мы за стеллажами на электроплитке жарили картошку, полученные в передачах
и рассуждали о литературе, о поэзии, об истории, о крестовых походах и смутном времени, вот эти часы вспоминаюсь печалью. А как выжил, вот я уже говорил, Марта Бубер-Нойман, дочь известного философа Бубера, пробыла в сталинских лагерях с 37 до 40 года. Была в числе 500 с чем-то немецких и австрийских антифашистов и коммунистов передана гестапо. Берия подарил своему коллеге Гиммлеру больше 500 немецких коммунистов и антифашистов в обмен на каких-то советских шпионов. И она прожила еще 5 лет в гитлеровских лагерях смерти. И когда ее спросили, как вам удалось выжить, она немного подумала, сказала, для этого нужно было два условия соблюдать. Думать не только о себе, но и о других, и сохранить чувство юмора. Ну вот, мои друзья, и я, ведь не единственный, кто выжил. И немного. Нам еще требовалось во что-то верить. Он из тюрьмы-то вышел, опять же, коммунистом. Он же, так сказать, немножко там он что-то передумал, что-то подсчитал. Но все-таки вот эту оттепель он ее встретил с воодушевлением, опять новой надежды, что все будет хорошо. Он был человеком цельным. И если он был убежден, то он действовал. Когда убеждения иссякли, он откровенно об этом сказал. Но это был мучительный процесс. Да не для него, и для меня, и для всех нас других. И сейчас это мукомученическое все это объяснять и рассказывать, все это заново переживать. Мировоззрение меняется, взгляды меняются. Я знаю людей, которые были сталинистами, стали монархистами, романовцами, которые были воинствующими безбожниками и стали не просто верующими, а ханжами. Мировоззрение меняется, а мироощущение, восприятие непосредственно того, что хорошо, что плохо, что добро, что зло, что красиво, что некрасиво, это, значит, с молоком матери впитывается и с трудом меняется, только если меняется полностью личность. Вера в советскую власть у него прошла, но вера в человека как такового у него никуда не прошла. Он продолжал быть таким же открытым людям или, скажем, таким же добрым, как он был и раньше. Знаете, вот слово «хорошее», слово «добрый», они сейчас очень-очень out. Не in, а out. Сейчас все любят, чтобы был злой, да, и чтобы, я не знаю, какой-то демонический и прочее. Вот это не Лёва. Лёва как раз наоборот. Вот таких людей, как он, я говорю еще раз, их вообще мало, а сейчас уж совсем мало. Сначала у них была квартира, которая выходила на Красноармейскую улицу, действительно на первом этаже. И им не один раз побили стекла. И считали, что это не просто там хулиганы, что это вообще-то такая ГБшная работа. Да, они поменялись. Когда разбили окна, вышла его книга «Хранись вечно» в 76 году. Значит, там сразу доброжелатели, местные активисты, ну, я не знаю кто, в общем, короче, побили стекла в этой квартире. Ну, вообще был Дед Мороз. Он был добродушнейший, огромный, как добрая собака. И всегда всех любил. И за что вообще его сделали диссидентом, непонятно. Но только он правду говорил, что называл злодеев злодеями, а заместители злодеев или наследники их обижались почему-то. В эти процессы его втянуло тоже ходом его предыдущей жизни. Он вот этим правозащитником стал не вдруг, не с бухты-барахты.
Просто он, во-первых, еще не забыл, он только что из тюрьмы, ну как, он не мог забыть еще, каково за решеткой находиться. У него этот тюремный опыт, и поэтому, когда сажали другого, он просто не мог к этому относиться хладнокровно. А кроме того, за него, когда он сам был в тюрьме, написали, около 20 человек подписали письмо Сталину в его защиту. Это 47-й год. Понимаете, эти люди жизнью рисковали. И вот он, ну как, вот знаете, человечество живо одной круговой порокой добра. Есть такие стихи у Марии Петровых. Вот его это, вот за него заступились, он должен, он долг отдавал. Вот. И в радости, и в горе, только чудо. Вот я был там на прощании, когда Лёва и Рая прощались, уезжали. Это было очень, как сказать, напряженно, драматично, трогательно. Они чувствовали, что вряд ли им дадут вернуться. Вот их провожать... Пришло 200 человек. Мы просто вот это, мы записали, вот кто пришел в этот последний день, 200 человек пришли провожать. В то время, когда приходить в эту квартиру было, вы понимаете, что не надо, даже опасно. Брандт перед этим приезжал летом, договорился с Брежневым, была встреча, там о разоружении очередная говорильня. Он специально сказал, что вот Копелев хочет выехать на год для работы в архивах, заканчивая диссертацию. И тот пообещал, да-да-да, все, если не будет там каких-то антисоветских выступлений, обязательно вернется. Через 2 месяца ровно пришло это от лишения гражданства. Сдайте свои паспорта. То есть это ясно было совершенно запланировано. Там одновременно сразу Аксенов, там они группой кучу народу сразу лишили гражданства. Лишение гражданства означает для вас обоих потерю Родины. Какие чувства это вызывает у вас? Гнев, боль, печаль? Боль и печаль, но Родина остается для нас Родиной. А ваша работа? Я могу работать здесь. Я буду работать. Это будет тяжелее в некотором отношении, но им не удастся сломать нас. Очень многие знают, так сказать, его личность и, ну, что ли, ну, как бы, его вид уже, да, был, ну, что ли, жена говорит, значит, Достоевский и Толстой вместе, все вместе взятое. Видишь ли, я полагаю, что он соответствовал высшей степени положительному русскому человеку, образ которого сложился в сознании немцев. Я имею в виду его великодушие, его широту, его дар рассказчика, его фигуру. Когда я увидела его впервые, я сказала себе, что этого просто не может быть. Такие явления может создавать только литература. Никто из других известных писателей не пользовался таким авторитетом, так его не знали. Копелев впервые увидели русского человека. Его диалоги с Бёлем, передававшиеся и по радио, и вообще это, он был активнейшим деятелем, получил все премии литературные, возможные, которые в его время были. Так что он действительно заслужил это все. Господин Копелев, думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы покинуть свою страну? Нет, покинуть никогда. Выезжать мне хотелось, очень хотелось. Я просто нуждался в этом. Мне нужны впечатления. Но покидать свою страну я не хочу. Почему? Потому что это моя страна. Мы здесь возвращаемся к тому, с чего мы начали. Я, безусловно, русский, и мой язык русский. И русская история – это моя история. И русская трагичность – это моя трагичность. Я не могу иначе. Для меня это было бы большим несчастьем лишиться гражданства, понимаете? Господин Бёль, вы выглядите сейчас бойцом, но в своих произведениях часто весьма пессимистичны. Не приходила ли вам в голову мысль об эмиграции?
О нет, даже в кошмарном сне. Даже в кошмарном сне. Мне было бы очень трудно жить вне Германии. Сама мысль об этом доставляет мне боль и уныние. И Федеративная Республика – это та страна, в которой я хотел бы жить и умереть. Генрих Бёль был тем послевоенным немецким писателем, который оказал самое значительное влияние на всю нашу послевоенную историю, на изменение образа мысли немцев и на процесс формирования нового мышления в Германии. И здесь Лев и Бёль были равны, то есть находились на одном уровне. Они прекрасно понимали друг друга в духовном отношении. Их объединяли три пункта – литература, мир и взаимопонимание между русскими и немцами. И тут Бёль сделал для Льва все, что было в его силах. Вообще, Бёль, он любил Льва до самой смерти, поддерживал его во всем. Он его просто всегда брал с собой на все встречи с теми людьми, которые были важны. Президентами, ответственными чиновниками, профессорами. Но, одним словом, вводил его в тот круг людей, которые определяли духовную жизнь Германии. Благодаря вот его такому большому авторитету здесь он смог добиться и ездил каждый год. Он надевал пиджак, галстук и ехал в Бонн, значит, выбивать деньги на этот вупертальский проект. Смысл его заключается в том, что это проект, который показывает взаимоотношения русской России и Германии, и русско-немецкой культуры от, по-моему, 17 века. Потому что у Германии, как и у России, был определенный комплекс неполноценности по отношению к Европе латинской и англосаксонской, комплекс превосходства. Это все делает очень непохожий уклад жизни, очень непохожий, ну, то, что называется, ментальности. Но вот эти общенациональные фобии, они очень похожи. Значит, было так. Туда повалил народ со страшной силой. Ну, как это, открылся этот железный занавес. Народ повалил, там одолевали гости из Москвы, ну, просто, не знаю, там по 10 человек в месяц. Без конца кто-то жил, приезжали, но это все было очень радостно, все замечательно. Он там был всем нужен. Когда он приезжал сюда, здесь его никуда не приглашали. И он говорил, ну, что, с детьми повидаться? Он говорит, ну, вы ко мне и так приедете, а я здесь никому не нужен. Чего я буду приезжать? Он больше не приезжал. Книги здесь... с огромным трудом. Вот он хотел мамины книги, 75 лет ей исполнялось, в 93-м. Удалось одно издать тогда. Ну и одно его, но он говорил, я за свои, за деньги, пожалуйста. Он говорит, я платить не буду. Если они нужны, значит, издадут. Никому не нужно, так чего я буду платить? Ну вот, а в Германии его продолжали рвать на части. Поэтому, вот когда ему задавали вопрос, чего не приезжаете, он говорит, а кому я там нужен? Сталин идет. Потом Ленин, потом Маркс и Энгельс. Даже дальше. Да, он Ганзун. Это Маркс. Маркс. Ну, Маркс. Маркс. Но. Да, скорее на Плеханова, лицо. Скорее на Плеханова могу. Да, ну это, знаете, работа художника уже там. Да. Да. Ильич похож. Так. Никитушка. Один из наиболее глубоких и мучительных в истории России. В условиях кризиса все становится сложнее. И тогда смешиваются понятия, и тогда вдруг ничтожные величины кажутся огромными. И напротив, великие события
великие произведения остаются незамеченными. Но я абсолютно убежден в том, что это пройдет. Его все интересовало. Это всегда были эти жгучие глаза, которые спрашивали, что и что рассказывали. И при этом интерес для тем философии, литературы, истории. Вот это все вместе создавало этого человека, который влиял как кто-то родной и который собой представлял почти весь 20 век России со всем, что там случилось. Мы уже все ищем таких людей или тоскуем за такими. Ведь самое главное, самое важное, самое существенное, что чаще всего, к сожалению, забывается. Это то, что литература, искусство, всякое, и живопись, и музыка, и театр, и... они даже не могут быть полностью независимы от государственной и политической действительности. Но по существу, но субспеция этернитати с точки зрения вечности, это нечто совсем противоположное.